Если отвечать на вопрос, насколько методы геймификации эффективны в обучении, хотелось бы отметить, что геймификация на сегодняшний день, наверное, самый востребованный формат в любом бизнесе, включая и, конечно же, в процессах обучения. Что такое геймификация? Ну, первое, это, конечно же, игровые методы и формы, которые мы берем из игры и вставляем в бизнес-процессы. Обучение – это тоже это бизнес-процесс. Вся прелесть игры в том, что, начиная играть маленьким ребенком, становясь взрослым, мы не теряем как раз вот это желание участвовать в ней. Сейчас у нас была деловая игра, при помощи которой мы проявляли полученные нами знания. Мне очень нравится, что в данном курсе, помимо теории, у нас присутствует постоянная практика, где мы можем выяснять наши ошибки и работать над ними. Наш преподаватель Лялина Ирина Владимировна – замечательный педагог. Оценивая обучение в центре «Специалист», могу сказать, что мне очень понравилось, и я с удовольствием продолжу обучение здесь и буду повышать свою квалификацию. И здесь как раз возникает два варианта. Я могу то, что я делаю в процессе обучения, решать задачи, узнавать какой-то новый материал, сталкиваться с бизнес-проблемами. И я хочу. Так вот, как раз метод геймификации, ведения деловых игр, лайв-геймификации, бейджи, соревнования, какие-то другие рейтинговые формы, конечно же, помогают любому преподавателю, в первую очередь слушателям, усваивать материалы легко и свободно. Потому что я могу и я хочу – это как раз те вещи, о которых мы говорим, когда речь заходит о геймификации в образовательном процессе. В течение курса Ирина Владимировна дает не только теоретические знания, но и практические задания, и мы решаем разные кейсы. Полученные знания позволяют быть специалистом в сфере продаж сразу же после окончания курса. Поэтому я всем рекомендую посетить этот курс именно у Ирины Владимировны Лялиной. Хотела бы рассказать о том, что не только в курсе менеджера по продажам есть элементы геймификации. По возможности деловые игры, небольшие формы ролевых игр у нас, конечно, есть в каждом курсе, который я провожу. Мне это интересно как преподавателю, и видя тот отклик, который вызывает геймифицированные формы у слушателей, я безумно рада разрабатывать эти игры снова. Ролевые игры у нас есть в курсах менеджера по персоналу и первого и второго уровня. Отличный курс «Эмоциональный интеллект», где не обойтись без игрового формата. В курсе проведения презентации мы играем не только в презентации. Мы делаем арт-выступления, выполняем именно игровые техники, потому что роль, которую принимает слушатель, помогает ему раскрепоститься, рассказать о своих возможностях лучше, чем обычный формат домашнего задания. Я абсолютно рада предложению наших коллег и уверена, что мы вставляем геймифицированный формат в любое возможное образовательное пространство и приглашаем, конечно, всех вас приходить к нам не только учиться, но, конечно, играть, потому что вы это можете, а мы хотим сделать, чтобы вы этого хотели. Ждем вас на наших курсах.